Национальный рекламный форум «Регионы». Солнце светит, много народу. Поехали! Мы не за деньги работаем. Агентство «Громкие рыбы». «Громкие рыбы». Специально название с «Р» выбирали, правильно? Да. Сессии, на мой взгляд, были очень интересные. Залы были в основном битком. Нас действительно сегодня уже посетило больше 1000 человек. Да, это круто. Рынок растет, дикий кадровый голод. Все набирают людей, все набирают клиентов. И на этом фоне, конечно, такие мероприятия нужны рынку. Там того, кто у нас средние зарплаты маркетолога, заполняемости зала, того, что сессия шла 90 минут, и мультипликатора как бы к фоту. У нас получается, что наша информация с нашей секции должна была принести как минимум 1,5 миллиона рублей каждому бренду, чтобы то время, которое они потратили на секцию, было не зря. Удалось собрать огромное количество спикеров из разных абсолютно регионов, и мы этому крайне рады. Да, что хотелось бы сказать о фестивале. Это второй раз, когда мы фестиваль проводим. В этом году было много классных, сильных проектов. И у нас даже есть гран-при. Поэтому я думаю, что как раз те боли, которые есть у агентства, они там переживают. Подаваться на фестиваль, не подаваться на фестиваль. Надо подаваться. Надо подаваться, пробовать. С учетом того, что первый фестиваль еще за золото дает возможность попадания в Red Apple. А Red Apple одно – это Мекка. Вот когда НРФ регионы затмит НРФ Москва, считаю, цель будет достигнута. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чика-чика.